Так. Пошел народ. О, первые желтые сердечки. Одинокие. И одно красненькое. Так, привет. Ну что, раз трансляция потихонечку пошла, обговорим. Сегодня выходит мое новое видео. Выходит это видео по теме мышления. Что это такое? Проблема вообще у всех людей состоит в том, что мы друг друга не понимаем. Мы мало того, что не понимаем друг друга, так мы еще и начинаем обижаться друг на друга за те вещи, которые происходят. Почему? Почему они вообще происходят? Потому что мы что-то либо ожидаем. Мы дарим человеку подарок, ожидаем от него какого-то определенного действия или ответа. Мы что-то хотим, что-то думаем, но стесняемся сказать, он потому что должен догадаться, что мы думаем или хотим, чтобы он сделал для нас. Мы так часто думаем, так часто вроде бы обмыслим, а получается все не так. Знаете почему? Потому что мы проецируем свои мысли и свои желания на человека. То есть то, как бы мы поступили бы. Но ведь все люди разные, у каждого есть свое мышление, свой стереотип, своя матрица, которая воспитывается еще в детстве. Так, вопрос пошел. Ты накрасился. Вопрос прямо о мышлении. Нет, я не накрасился. Что у тебя рак? О, классно, интересно. Посоветуй что-нибудь прочесть. Честно говоря, я не читал уже, наверное, лет 11, за исключением одной-двух книг, которые я люблю. И, в общем, все. Так, как вообще перестать чего-либо ожидать от людей? О, отличные вопросы по теме, спасибо. Как перестать что-либо ожидать от людей? Нужно понимать, что, как я и говорил ранее, слово «эгоист». Нас приучили с детства к тому, что эгоизм – это очень плохо, а быть эгоистом – это вообще очень неправильно и цинично. А на самом деле быть эгоистом в определенную меру – это неплохо. Как только вы начинаете делать что-либо в этой жизни только для себя, либо, по крайней мере, делая это для себя. Вот вы дарите подарок своему любимому человеку, и вы делаете только потому, что вы хотите сделать этот подарок. И какая будет на него реакция, вам не должно быть так сильно важно. Если вдруг реакция будет очень хорошая, вы будете рады. Если реакция будет не та, которую он ожидал, вы не должны сильно разочаровываться, потому что ведь вы хотели сделать именно подарок, что первично. Так вот и делайте многие вещи именно для себя, не обращая на то, как это будут воспринимать люди. Тогда станет гораздо легче. Так. Почему не читаешь, говоришь? Почему не читаю? Во-первых, на это нет времени. Во-вторых, не люблю читать свои чужие мысли, потому что у меня очень много своих. Как совершить поступок, сделав только хуже? Не сделав только хуже? Страх. Страх нас убивает еще до смерти. Если вы не сделали какого-либо поступка, вы не сделали ничего. Надо понять, что делая какой-либо выбор, вы можете ошибиться. Обязательно можете ошибиться. Но если вы не сделаете выбор, это тоже ведь выбор. Не сделанный выбор – это просто неосознанный выбор, который вы совершаете, и за ним тоже следуют определенные последствия. Собственно, вот так вот. Так, здравствуйте, покажите зубы. Отлично, но не по теме. Так, можете начать писать. Писать для этого нужно время. Я обожаю живое общение. Самое главное, у меня есть моя Мася. Мы очень много общаемся, и куча наших мыслей вот потом выдаем так, перископ. Я вообще зашел, смотрю 4G. Прям в эту дождливую питерскую погоду очень сильно интересно. Так, как различать эгоизм и наглость? Не очень понял вопрос. Эгоизм – это когда вы делаете все поступки только ради себя, ради своих желаний, ради своих мыслей. Это не мешает вам заботиться о других людей, но нужно понимать, что вы делаете это только для себя. На самом-то деле почти все эгоисты, только почему-то все пытаются это вычеркнуть из понимания. То есть, допустим, вы покупаете своему молодому человеку или своей девушке подарок. И что получается? Покупаете ведь подарок, какой вы хотите. А потом, когда вы получаете не ту реакцию, вы начинаете обижаться, что вот вы сделали такой поступок. Или когда, самое все говно, знаете, когда вылезает? Когда вы расстаетесь с человеком. И тогда оказывается, что все, что она делала для вас, она делала только потому, чтобы вы были счастливы, и ей это нахрен было не надо. Так вот, это либо лицемерие и ложь, либо, ну, я не знаю, людей, которые самоотверженно делают только для других людей, их на самом деле не так и много. Либо подсознательно они все-таки пытаются в это верить. Так, употребляли когда-либо наркотики? Нет. Так, зачем ты такое сделал? Затем. Так. Какая у тебя машина? Opel. Как побороть лень? Есть ли размышления? Есть. Даже на канале на YouTube сняли об этом маленький ролик. Как побороть лень? С ней иногда не нужно бороться. Просто не нужно ей потакать. Тогда все будет гораздо проще. Очень круто, когда есть с кем поговорить по душам. Это реально очень круто. Потому что нет ничего хуже, когда человек, с которым вы находитесь вместе, вас не поддерживает или не понимает, или не умеет разговаривать. Еще вторая тема этого диалога или монолога, который я сегодня начал, состоит в том, что люди не умеют разговаривать. Некоторые в себе переживают столько эмоций, а высказать их не могут. И когда вы не умеете разговаривать, в этом и есть вся проблема. Так, девушка захотела отдохнуть от отношений хотя бы на неделю, но прошло уже 2 месяца. Вот, надо радоваться, знаете почему?
Не надо стучаться в закрытые двери, есть открытые двери. Если девушка захотела отдохнуть от отношений, она с вами рассталась добровольно, без истерик, без скандалов, и этот момент уже прошел. Надо этому радоваться. Все на тебя таращатся, что прикалывает. Это вы на меня, господа, таращитесь, и дамы, а я, собственно, этого не замечаю. Собственно, вот так. Ты шепеляешь? Да, у меня очень длинный язык, видите? Вот так. Так. Куда деньги на лечение скидывать? Я скоро оставлю веб-кошелек и скидывайте туда. Как у вас погодка? Погодка у нас полная Г. Ну, дождик, собственно, идет. Так, видео, когда тебя менты забегали, это постановка или нет? Нет, это была не постановка, у них были определенные подозрения. Так. Доставили доносы? Нет, у меня не такой эластичный язык. Так, Саня, со скольки лет начинаются серьезные отношения без пошлости? Я вам скажу серьезно, что иногда серьезные отношения не начинаются просто никогда. В силу того, что люди настолько закрыты, и парни и девушки проходят через определенные болезненные моменты расставаний, когда их ожидания не оправдались, кто-то целенаправленно специально лгал ради получения только, допустим, одного секса, либо чего-то еще. И после этого люди больше не раскрываются. Чем больше вы закрыты, тем меньше вы являетесь сами собой. И то есть, тем меньшая часть из вас может быть счастлива даже при удачных отношениях, когда люди действительно оба проявляют любовь. Любовь. А зачастую получается, что люди-то и любовь уже не проявляют, потому что они в нее не верят, а есть только то, во что мы верим. Собственно, вот так вот. Как ответить стерве или усмирить ее? Не жить с ней, не общаться. Есть такая хорошая китайская пословица: нужно любить людей. Вот. А если вы не можете определенного человека любить, относиться к нему хорошо, просто постарайтесь его не замечать. Так. Лариса Батрадзе, что думает о частой смене имплантов? Лариса Батрадзовна думает о частой смене имплантов. То же самое, что и я. Так. Как реагировать на нападки бывшего мужчины? Да, бывших бывает много. Они бывают даже зачастую с нами рядом. Если между вами все закончилось, то все закончилось. Все люди, как правило, понимают слова, потому что не нужно все играть в хихоньки-хахоньки. Если отношения закончились и вы расстались с друзьями, либо не друзьями, то, в общем, повода дальше общаться нету. Это не мешает вам оставаться людьми, здороваться и прощаться, но не более. Если человек начинает какие-либо нападки, значит, у него не все прошло, но это, собственно, его личная проблема, но не ваша. Хожу ли я на каблуках? Нет такого размера, поэтому на каблуках я не хожу. Саня, на лечение скидываться кому? Супруге пишите в ВКонтакте, она с удовольствием привыкнет денежек, примет денежек. Как отвыкнуть от человека? Как отвыкнуть от человека? Вопрос больше связан не как отвыкнуть от человека, а какие вы еще испытываете к чувству к тому человеку, который вам так или иначе не безразличен. Поэтому здесь уже более такой глубокий вышел бы разговор. Так, Саня, веришь ли ты в дружбу между парнем и девушкой, если оба свободны? Да, верю в дружбу между парнем и девушкой до определенного момента X. Нужно понимать, что порой даже между... Короче, если дружит парень и девушка, а парень, допустим, ярый гей, даже между ними происходит, иногда пробегает искорка. Поэтому я верю абсолютно точно в дружбу, но в том, что она может никуда не зайти, верить точно не нужно. Это вы поверите, так оно точно бывает. Даже если это давняя подруга, у меня на самом деле тоже есть 3 девушки хороших друга, просто я все это держу на определенной дистанции, собственно, вот так вот. Саша, ты немного странный, есть такое. Так, вот как выглядит фанат «Сумерек», как ты поборол комплексы в сексе? Ну, собственно, не знаю, если ты чувствуешь партнера, получаешь удовольствие, сама твоя партнерша получает максимальное удовольствие, то какие могут быть вообще комплексы? Смотрите определенные фильмы, экспериментируйте, не бойтесь проявлять свои чувства, и, собственно, будет все хорошо. Что с Масей? Масечка на работе у меня. Так, Саня, какой твой любимый жанр фильмов, книги? Фэнтези? Как часто занимаемся сексом? Ребята, вопросы о сексе, как и о приеме разных анаболических препаратов, это вопросы из личной сферы. Занимаемся часто и много. Так, койки сосать не мешают, не знаю. Какие-то третьи зубы, собственно, видимо, вам мешают, поэтому вы судите по своей привычке других. Так. Девушка видит во мне только друга, как изменить ее отношения? Не самый плохой вариант, если девушка видит вас друга. Значит, вы так поставили в данный момент эти условия. Либо у вас такая определенная энергетика, либо вы находитесь и разговариваете на те темы, то есть порой, когда начинаешь разговаривать на слишком близкие темы, о которых она не может даже поговорить со своим молодым человеком, с которым она живет в этот момент, вы становитесь такой из разряда подружки с членом. Вот. Как это применять? Достаточно трудно это менять. Ну, если у вас нету страха потерять дружеские отношения, то стоит просто об этом поговорить. Так.
не все сообщения даже понимаю. За какие мотивации для трена на лето? Уже сделал, и даже не раз, уже целых два. Смотрите на моем YouTube-канале, там все коротко, но ясно. Александр, расскажите о вашем видении о создании Земли. Как о создании Вселенной. Вот. Когда в зал на тренировку? Я уже тренировался. Сколько ты зарабатываешь? Это вопрос из личного. Я не зарабатываю. Так, дождь? Дождь, да, большой. Что это за существо? Это же не мужик. Не, я не мужик вообще, даже не близко. Мужики, они в деревне. Вам, собственно, туда. Верю я в Аллаха. Я очень уважительно отношусь ко всем религиям нашей земли. Лучше вера, чем безверие. Так. Саня, я не знаю, но я верю, что ты натурал. Спасибо. Хорошо. Так и есть. Что ты в форме. Да. Больно тату на глазах. Да, делать тату на глазах больно. И в сентябре мы будем их переделывать. Где Кокляев? А Мишка в Москве. Можно накачать ягодицы к соревнованиям без осевых нагрузок? А, можно накачать, да. Девушка чувствует, что ко мне что-то и хочет, чтобы... А, не успел прочитать. Так. Что за вопросы пошли такие религиозные? Ребята, вопросы религии я стараюсь не затрагивать вообще. Верю, да. Так. Саня, может, надо импланты грудные вернуть? Не, импланты грудные уже не вернуть. Они все равно будут только под кожей, так что ничего хорошего от этого не будет. Показать прическу, как я вам ее покажу. Как-то вот так вот. Как Мася с утра зачесала, так она и есть. Саня, как ты учился в школе? Ну, как, в школе без троек учился, в институте так средненько учился. Какую ношу обувь? Кроссовки и сандали. Собственно, как-то не очень пошли вопросы о мышлении и умении разговаривать. Так. Автоопер, почему ты решил изменить себя? Давно ли эта идея пришла к тебе в голову? Давно. А, ты гей? Нет. Так, мои сердечки розовые. Понял? Вижу. Спасибо. Брови не надо было сбривать. Брови не сбриты, брови выжжены лазером. Потом вырастет. Так, почему себя решил изменить? А, чтобы не общаться со всеми, с кем попало. Потому что те люди, которые видят за мной только внешность, они теперь со мной вообще не разговаривают. На самом деле это неплохо. Как расположить к себе человека? Никак. На самом деле, когда вы... Тот человек, который на самом деле в вас и есть, то есть добрый, искренний, либо эгоистичный, лживый, нужно понять, что плохих, хороших людей нету. Даже если у вас есть те черты, которые считаются в общепринятых догмах и моралях плохими, вы обязательно найдете людей, которым это будет либо нравиться, либо приятно с вами общаться. На самом деле, как это ни парадоксально звучит, именно так. Будьте собой, и, соответственно, если человек ваш, он будет с вами общаться. А насильно пытаться лицемерить и врать, ну, ничего хорошего этого не будет. Так. Так. Ушел от ответа про ЛБ. Что такое ЛБ? Так, Саня, передать привет Кокляеву. Так, ну передам. Какой у меня рост? 182. В видео не играю, в компьютеры не играю. Кукуруза хорошая, углеводы, не хуже картошки. Так, мне нравится, как вы рассуждаете. Спасибо, пресс будет. Диета сушка по телу, как планы. О, что за вопросы? Какой вес? Вес сегодня 112. У жены тоже внешность необычная. Да, у Маски внешность необычная. Самое главное, что у нее внутри. Так, много ли времени трачу на тренировки? На свои тренировки летом трачу мало. Я пытаюсь их разбивать на две, и где-то они выходят у меня две по 25 минут. Так, Саня, ты наркоман, это правда? Не знаю, вам виднее. Интересный вопрос. Не могу найти подход к девушке. Были 2 года, затем она потеряла все чувства ко мне и потерялась в себе. А, возможно, и такой ответ. А возможно, что... Знаете, недавно один... Человек консультировался и сказал следующее. Прожил с девушкой достаточно много лет, с женой достаточно много лет. И у него даже был у них был ребенок. А потом она ни с того ни с сего взяла с ним, рассталась и ничего больше не объяснила. А у них все было хорошо. Это у него все было хорошо. Она стирала, готовила, работала, убирала за ребенком, водила его в школу. В какой-то момент она, не умея разговаривать, просто уже перегорела и выдала ему конечный результат. Поэтому все ли было хорошо в течение 2 лет, с вашей точки зрения или с общей точки зрения? Здесь целая куча вопросов. Так, что с глазами? Что у меня с глазами? Нормальные такие глазки. Куда дел брови? Выжег лазером. Почему я с собой сделал такое? Смотрите на ютубе, там это есть. Так, харизма врожденное качество или тренируется? Ну, это как характер. Характер либо есть, либо нет. На самом деле, конечно же, все тренируется. То есть никто не рождается лидером. Никто не рождается сразу умным человеком. Есть определенные данные, которые у кого-то чуть сильнее, у кого-то слабее, а все остальное происходит со временем. Так, Саня, помоги девочке, никто не нравится, как ей понравится. Как ей понравится?
Надо понять, какие у нее интересы, что для нее более ценно. Может быть, она адреналинщица, ей нравится скорость, может быть, ей нравятся прыжки с тарзанки, с парашютами, что-то. Делать что-то необычное, потому что если делать то, что делают все остальные, это может вызвать только отвращение. Так, планируешь еще в Европу? Да, в Мюнхен едем в сентябре на Октоберфест. Как расстаться, чтобы не обидеть? Все равно будут обиды, чтобы вы не делали, поэтому... По-моему, самый нормальный вариант это сделать честно, пускай это будет очень больно. Почему? Потому что когда вы врете, врете лишь себе. И самое главное, что потом чувство вины у вас останется еще от этого больше. Да и человек вам не простит двойной игры. А когда вы говорите все как есть, соответственно, по-моему, может быть и больно, но по крайней мере честно. Как найти меня на Ютубе? Так же, как и в жизни Саша Шпак, забивайте на Ютубе и сразу все видите. Давно вышел из тюрьмы? Нет, я там не был. Так, какое образование высшее? Как избавиться от таких же мудаков, как ты? Очень запросто. Не портите с вами сообщение, мой прекрасный перископ. Так, сколько подписчиков? На Ютубе 28 тысяч. На каком максимальном пульсе можно работать? Не очень понял вопрос. Работать на что? На тренировку силовую, на кардио? Так, высшее какое? Финансово-экономическое. Какой лучший жиросжигатель? Лучший жиросжигатель – поднять жопу и двигать. А все остальное – это сказки-раскраски. Так, пусть Володя Коклев еще весовую приезжает. Володя, он Михаил. Трахаешь ли ты парней? Нет, парень, в тебе не сюда. Есть другие чаты, там есть парни, которые любят парней. Так, сами в каком возрасте прекращается рост мышц, и кожа начинает свисать? Ни в каком. Все зависит только от уровня тестостерона и больше ни от чего. Возраст – это паспортные данные. Так. У тебя душа хорошая, спасибо. Как слежу за кожей? Маська следит. Всякие кремчики, растворчики, что-то еще. Так. Сколько жмешь от груди? Немного, 155 жму. Найти меня на Ютубе. Еще раз говорю, Саша Шпак, и все будет у вас хорошо. Ты кто по жизни? Вы, видимо, не в тот чат зашли. Вам, видимо, чат какой-то другой. Матросская тишина, например. Как уменьшить талию, не потеряв мышечную массу? Ношение корсета, либо вакуум, но вакуум нужно делать не менее чем по хотя бы минуте полторы, не меньше чем 8-9 раз в день, иначе без разницы все будет. Так, меня мама в детстве Масиком называла? Слушайте, хороший вопрос, честно говоря, не помню. Ты хочешь жениться? Я уже женат, спасибо. Так, не успеваю. Как перестать жрать? Почаще смотреть в зеркало и ходить в раздетом виде, сразу перестанется хотеть жрать. Так. Как делать вакуум? Смотрите на канале, там есть упражнение про пресс, про вакуум. Почему-то накрашен, я не накрашен. Как убрать жир с живота, худеть ноги и все. Больше, наверное, это проблема все-таки крестцово-поясничного отдела. Надо идти к остеопату и смотреть, что там. Если же это врожденная фигня, тогда убирать ее липосакцией. Ну, либо все-таки носить корсет и делать бессолевую диету. Так, зачем вы краситесь? Еще раз повторяю, я не накрашен на татуировке. Так, а если бывший парень как-то опять начинает уделять внимание, но потом резко прекращает? А какая разница, что он начинает делать? Важно, чего вы хотите. Если вам нужны отношения с ним, ну так значит тогда надо, может быть, сказать ему, что хороший грати. Если ты со мной начинаешь что-то более серьезное мутить, так и вперед. А если нет, так и не надо это начинать. А если он вам вообще никак не интересен, игнорируйте, он очень скоро перестанет. Так. На вопрос, ты гей, ты транс и на прочее, все ответы на Ютубе уже есть. Так что смотрите. Саня, ты в кино не пошел еще сниматься? Нет, в России за это не платят денег, а за рубежом пока не предлагали. Так, я не по теме, у меня сегодня день рождения. Поздравляем вас с днем рождения, Виктория Майер. Оу, это наша любимая подписчица. Виктория Майер, еще раз вас с днем рождения, персонально. Как развести жену на мужчина, женщина, еще одна женщина... Вопрос не в развести, вопрос, что потом вы потеряете. Трудно держать отношения, когда появляется кто-либо еще в них. Так, передать привет Луганску. Ребята, я далек от политики. Так, жесть, как так получилось, что с лицом сочувствую? Нормально все с лицом, хорошенькое такое, без морщинок. А что сделаешь, чтобы девушке похудеть? Фитнес нужен? Если вы хотите похудеть на весах, то вам ничего не нужно, кроме как просто уменьшить количество калорий и еды, потребляемых в день. А если же вам нужна упругость, то без зала не обойтись. Так, как в России не платят, актерам же платят. То, что платят актерам, это какие-то определенные гроши. То есть в кино платят там 100-200 долларов в день. За такие деньги они могут работать сами. Так, на каком пульсе начинает закисляться миокард?
Вы такого пульса, если достигнете, то долго на нем не проработаете, потому что у организма есть свой закон самосохранения. А остальное все больше связано с водно-солевым и балансом, и с микроэлементами, которые есть. Так, а если бывший парень как-то опять начинает уделять внимание, это я уже отвечал. Как быть всегда на позитиве? Улыбайтесь этому миру, и мир начнет улыбаться вам в ответ. По-моему, совершенно просто. Вот идет дождик, и надо об этом радоваться. Я вот, например, радуюсь, потому что через 10 дней я свалю в Доминикану, и мне пофигу, какой здесь идет дождик. Как твою жену зовут? По паспорту Ира, для меня Мася. Так. Так. Александр, ты где работаешь? Доход какой? Это вопросы личного характера. Никакой. Что делать с ногами? Как уменьшить ляхи? Больше двигаться. Больше двигаться. Не поверите, но если нет определенного тромбоза и всего остального, носить утягивающее белье, причем больше на постоянной основе, может быть, за исключением сна. И поверьте, все будет неплохо. Соль убирайте. Ты случайно не был в Кубе в центральной станции? Да, у меня был контракт, и я там диджеил. Так... Мы ушли от темы, как стать более общительным интровертом. Но даже если вы интроверт, вы же в голове имеете какие-то размышления, так не стесняйтесь их высказывать, рассказывать. Может быть, для начала просто говорить вслух. На самом деле, вам кажется, что вы классно размышляете, все логично и все прикольно. Постарайтесь даже, когда никого нет, в пустой комнате разговаривать сами с собой. Все свои мысли, которые только что вышли в голове, совершенно логичную цепочку, постарайтесь выдать вслух. И вы поймете, что получается все совершенно не так. Как убрать нижнюю часть живота? Очень просто. Пойти к пластическому хирургу. Почему после диеты безумно хочется есть соль? Ну, потому что ваш организм хочет восстановиться, а соль задерживает воду. На жире есть вода. Собственно, вот так вот. Кто ты по профессии? Кем работаешь? Работаю. Не работаю. В зале провожу время. Тренером. Стоит ли принимать гормон роста 18? Если хотите подрасти... Не знаю. Если зона роста не закрыта, то можете расти. Растут ведь до 21 года, а у кого-то закрыто уже и в 16 лет. Собственно, вот так вот. Но там целая куча побочек, и надо правильно понимать, какой курс расписывать. Как ты относишься к Симонова? Не знаю. Если вы имеете того Симонова, с которым я общался в скайпе, то вот мы пообщались, познакомились вот так вот виртуально. Вполне нормально отношусь. У меня повышенное давление, тренировка мешает, головокружение, то есть тошнота не растет. Возможно, неправильно подобрана система тренировок, и не стоит сильно делать многоповторку и исключать какие-то упражнения. Может, стоит делать по одному-два повторения, даже начиная с самой разминки. Какие диеты самые хорошие? Те диеты, которые не заканчиваются. То есть нужно понять, что ваше питание должно быть постоянно правильным. И ловить от этого кайф. Собственно, и все. Как только вы начинаете диету, она закончится, потом вы компенсируете еще больше, чем было. Собственно, вот так вот. Тебе мальчики нравятся? Нет, не нравятся. Как ты сделал куки? Ответь, пожалуйста. У меня хороший друг дантист, и он мне их сделал. Собственно, вот так. Привет из Томска. Томску тоже привет. Так, отвечай. Ребята, вы кто такие, чтобы вам отвечать? Даже не представляю. Так, что будет, если пить протеин без тренировок? Организму нужно какое-то количество белка. Когда вы тренируетесь, мышцам нужно восстановление, белка нужно больше. Если вы будете пить белка больше, чем нужно организму, он будет портить желудочно-кишечный тракт и почки. Собственно, вот так. Так, покажи зубы, пожалуйста, покажи. Ну, хорошо. Посмотрели? Отлично. Так, ну чего, давайте. Еще 3 минутки, и я буду закругляться. Можно ли пить гормон... Женский девушкам. Не понял вопроса, повторите его еще раз. Так. ТРХ-5 ли как мне? Да систем целая куча, ничего в жизни не меняется. А все остальное это просто, чтобы интересно было. Как ты думаешь, речь пьяна не умрет такого количества стероидов? Знаете, есть люди, которые бухают, курят, употребляют разные наркотики и живут до 100 лет. А есть те, кто едят правильную пищу, правильную воду, ничего не делают и умирают в 60. Вот как-то вот так вот. А, Вероники, тебя видела, сама работает там, чуть не грохнулась. Ну, моя супруга тоже когда-то работала в Веронике. Так, долго привыкал к зубам? Нет, практически сразу. Единственное, что форма не сразу получалась. Но тут привыкать не приходилось. При неправильной форме они просто начинали ломаться. Как надолго, то аж навеки, на всю жизнь. Это татуировочная краска, а не перманентная, она повечна. Так, что пьешь из алкоголя? Шампанские вина, красные, сухие. Да, наверное, все. Саня, занимался в детстве единоборствами? Да. Так, долго делал зубы? Нет. Часов 5, по-моему. Так, что будет после смерти, брат? Ну, когда умрем, все узнаем. Пока живем. Так, меня закрыли. Что значит закрыли? Уф, губы свои? Да, у афроамериканцев тоже такие губы, причем практически у всех. Сколько отдал за зубы? Нисколько, у меня везде друзья. Верующий ли я? Да.
Тебе не стыдно с такими губами, не стыдно, как и все остальные глаголы пишутся раздельно. Вот, но мне, в общем, еще нормально, абсолютно. Так, что, все? Сердечки затухают, вопросы пропадают? О, подписчики пошли расти. Так, клыками можно кусать, рабочие? Да, яблоки даже твердые совершенно нормально кусаются. Сколько уже лет прошу? По-моему, года 4 не ломались вообще. Так, ну что, десяток вопросов будет? Как в инсте подписан? Ах, черт, не знаю. Не помню. Смотрите, на... либо ВКонтакте, либо где-то должно быть написано. Так, я откуда? Из Питера. Чем занимаюсь? Тренирую, живу в удовольствии. Сколько уходит времени накрасить лицо? 0 минут. У тебя косичка? Да, у меня есть косичка. Саня, участвовал ли ты когда-нибудь в уличной драке в школе? Для Саши, с какого возраста лучше курсить? Вопрос приема стероидов – это очень личный вопрос. Надо понять, что, для чего и зачем. Если просто для здоровья и жизни, то, в общем, не стоит. Вот. Привет Питеру. Так, Вали, знаешь, нет. Так, ладно, иди по делам. Спасибо, что разрешили. Но у меня еще есть 2 минуты. Так. Ты загорелась? Кальян куришь? Кальян с массой курим, ну, наверное, раз в 3-4 в год. Как относится качок к электронным сигаретам? Ну, к сигаретам вообще нежелательно. Электроны в этом плане, по крайней мере, хоть смог убирают и углекислый газ. Не думали ли сделать встречу с подписчиками, например, в парке 300-летия пока лето? Пока не думал, честно говоря. Так, в фильмах ужасов можно тебе сниматься. Спасибо. Предлагаю. Какая фирма кальяна? Да, слушайте, я ничего не знаю. Мы не курим табак, поэтому нам делают очень легкий какой-нибудь кальян фруктовый с мяткой. Собственно, вот так вот. Как суд прошел? Суд прошел лет, по-моему, 6 назад. Прошел он совершенно нормально. А, ты ведь бил, насколько я знаю, у них у всех мощные грудаки, почему у тебя нет? Потому что у меня 8 раз разорвано левое и 5 раз правое. Поэтому там остались в основном только связки. Так, ты не гений, гений, гей. Нет? Привет с Оренбурга и вам тоже. С чего начать здоровый образ жизни? С желания вообще полюбить эту жизнь. Надо радоваться дождику, радоваться тому, что перестали кашлять черной слизью. Радоваться тому, что каждый день начинается. Собственно, вообще. Вот. Привет, Сань, смотрел Серегу с тобой. Молодцы. Да. И видео у нас с Сережей зашло шикарно. Так. Как ВК? Александр Шпак, Россия, Санкт-Петербург. И там найдете, там, собственно, все будут данные по Инстаграму и всему остальному. Желтки надо есть, как и белки. В желтках много микроэлементов. И, соответственно, там достаточно много холестерина. Перебор. Поэтому сильно много не есть. Так. До того, как стал заниматься, был толстяком или дрыщом? Ни тем, ни другим. Вес у меня до 17 лет держался 68 килограмм. В такой категории я и выступал. А так, все-таки, несколько я был пухленький. Так. Нужен ли тестостерон, если своего очень мало, расти хочется? Ну, когда, собственно, уровень тестостерона занижен, если анализ действительно это показывает, то, возможно, да. То, возможно, нужна гормональная терапия, может быть, даже на постоянной основе. Так. Какие еще есть мнения, кто я? Кошмарики, когда парни такое пишут. Самое главное, что издалека. Как быстро похудеть? Никак, вернется все обратно. Если хотите быстро похудеть, ну, несколько таблеток диуретиков, и, собственно, вы похудели. Зачем женщинам стероиды? Потому что некоторым девушкам нравится более мужественная фигура. Собственно, порой это бывает и гормональный сбой. Так, успешный живущий в своем дворце человек, спасибо. Ты есть в татуировках? Практически. Так, какой протеин посоветую? Не знаю, ребят, практически любой протеин на сегодняшнее время, если он не совсем дешевый, он адекватный. Так, где Саша, долго татуировку делали? 2000 часов. Ох, ну ладно, хорошо. Анна Судная, у вас день рождения. Передаю привет. Так, какие препараты принимать, чтобы повысить тестостерон? Если вы имеете свой собственный тестостерон, то тестобустеров их целая куча. Забиваете в интернете, читаете, имейте в виду, что все они примерно работают одинаково, но на каждого индивидуально. Так. Какое лучшее упражнение для пресса? Смех. Какая самая запоминающаяся татуировка? Есть такой татуировщик Атчинсон или Аткинсон, в зависимости, как его читать. Посмотрите, есть целая куча его татуировок в сети, они кайфовые. Хотим ли мы детей? Нет, детей мы не хотим. Нам хорошо и так. О, когда девушки читаешь «Убить тебя мало», это, в общем, интересно. Это ревность, наверное.
Ты что, такой накрашенный дядя? А мне такой нравится. Так, у меня скоро твоих шуток пресс будет. Ну, вот это позитивное мышление. Какие планы на будущее? Ближайшее будущее – это отпуск. Вот. Потом работа. Много съемок. Короче, планов целая куча. Ну что, все. На таких печальных сообщениях будем заканчивать. Рекламу делаешь в Перископе? Да. В ВК пишите Евгению Хайтовичу. Он у меня занимается, администрирует всеми предложениями по рекламе. А все крупные предложения уходят на мою Масю. Она уже там дальше будет обсуждать. Так, трусы розовые продаются. Это не трусы, блин, это шорты. Ёлки-палки. Чтобы накачать пресс, нужно в жиме лежа много рожать. Так, все. Мальчики, девочки, всем пока. Ты делал операцию на губы? Делал. Все. Скоро увидимся. Теперь вроде в этом районе опять есть интернет. До встречи. Пока-пока. Опа. Только он что-то не отключил.